на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа будем говорить о живой и мертвой воде. Ну и, конечно, сегодня с нами в студии официальный представитель завода-изготовителя, очистителя, ионизатора воды «Аквалайф» Андрей Петрович. Андрей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ну, вы знаете, что в этом месяце мы празднуем 21 год, как наш завод работает. Но работал бы он и дольше. Вернее, мы бы праздновали 30 лет. Вопрос в том, что в 92-м году, когда разваливался Советский Союз, и завод наш тоже развалили. В 95-м мы его реанимировали, и вот уже 21-й год, уже в 22-й пойдет, мы производим ионизаторы воды и продаемся в 33 странах мира. В России продаемся недавно, потому что не было такого человека на заводе, как я, который бы взял на себя смелость и привез бы этот продукт в Россию. Ну, сейчас уже мы не только привезли продукт в Россию, а создаем уже свое собственное производство в России при комплексной такой поддержке изобретателя электролиза и электрохимических систем, доктора, профессора Витольда Михайловича Бахира, который помогает нам создать производство в России, и мы его тоже с нуля создаем, и я думаю, что в течение ближайшего года мы уже его поставим. То есть это будет чисто русский продукт. Да, я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, то даем вам возможность или рассказать о том, как вы пользуетесь прибором, а плюсы, минусы, пожалуйста, мы не отсеиваем звонки, мы даем возможность высказаться абсолютно всем. К тому же мы и от вас ждем отзыв, вы уже же получили тоже прибор. Это да, сейчас будет впереди. Пока наш реквизит скажу, то я всегда забываю. Давайте. О, Полимпэк 105-484, город Москва, улица 16 Парковая, дом 21, корпус 1, офис 24. ОГРН 112-774-64-6851. Да, ну а теперь я называю телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. И также можете отправлять ваши сообщения с вопросами на WhatsApp 8-967-200-97-02, потому что по опыту нашей предыдущей передачи в прямом эфире вот ровно неделю назад очень много было уже после того, как мы завершили наш эфир, очень много было вопросов, можно ли купить прибор в одной стране, в другой стране. Так что, пожалуйста, если среди нашей аудитории есть те, кто слушает нас, находясь там за рубежом или, например, в каком-нибудь другом городе, отнюдь не в Москве, пожалуйста, ваши вопросы можете адресовывать Андрею Михайловичу. Ну, вот давайте. Я скажу так, все, конечно, дозвониться не смогут в эфир, да, потому что эфир наш ограничен, он короток, да, а людей, желающих быть здоровыми, очень много. Поэтому у нас есть горячая линия, которая работает с 9 утра по московскому времени до 9 вечера, и там вас всегда абсолютно бесплатно проконсультируют. Запишите этот номер и звоните по нему. 8-495, код Москвы 495. 8-495-248-08-08. Или приезжайте в наш магазин на Большая Семеновская, 49А. Это 2 минуты ходьбы от метро Семеновская. Большая Семеновская, 49А. Или заходите на наш сайт aqualife.club. Там тоже вся информация, какая нужна человеку, собрана и в видеоформате, и в формате, скажем так, текстовом. Да, вот именно сайтом, кстати, я и воспользовалась, потому что после того, как мне привезли этот прибор, прошла консультация. Правда, я при ней не присутствовала, поэтому мне нужно было... Нужно было узнать информацию более подробную, ну, точнее, как прибор собирать. Вы знаете, я сразу могу сказать, что я была удивлена. Скажу вам честно, удивлена тому, что насколько добротно сделан этот прибор. То есть мне казалось, что привезут какой-нибудь кувшинчик, ну, знаете, как вот очистители воды. Понимаете, какая ситуация? В данном случае, во-первых, гарантия у нас на электроды, да, это главная часть, самая дорогая в приборе, они изготовлены из металлов платиновой группы, потому что по-другому нельзя, по-другому будет не тот эффект. В аду будут выделяться вредные вещества, тогда металл будет таять, как вот делали в советское время, они были из обычного железа, из нержавейки. А у нас же это титан, покрытый оксидами иридия рутения, это восьмикратное напыление. То есть вот в первую очередь каждая деталь в приборе, во-первых, электроды имеют гарантию, это не срок службы, да, срок службы в 3 раза всегда выше, гарантию 5 лет. Да, на сам прибор мы даем гарантию 3 года. Если с прибором что-то случается в течение 3 лет, мы меняем не просто его, чем ремонтируем, мы сразу меняем на новый. Но это бывает в единичном случае. Плюс только у нас, только наша компания, как в России, так и в Европе, и в других странах, где мы продаемся, дает возможность людям в течение 3 месяца взять прибор, попробовать и решить, стоит ли его оставлять себе, стоит ли его покупать или не стоит. Потому что, вы знаете, как всегда, я рассуждаю так, обещать не значит жениться. К сожалению, сегодня мы живем в мире обещаний. И эти обещания на 90% никогда не сбываются. Поэтому мы идем от противного. Возьмите, попробуйте. И если вы решите, что это вам помогает, а это действительно помогает 98% случаев, то вы оставляете себе прибор. И значит, мы остаемся друзьями. То есть недовольных покупателей у нас никогда быть не может. Да, но я продолжаю делиться своими впечатлениями. Пусть
пока и не слишком долгими, потому что, наверное, для того, чтобы ощутить на себе в полной мере воздействие воды, нужно каким-то образом хотя бы месяц воспользоваться. Но могу сказать следующее, что, конечно, есть возможность подстроить прибор под свой организм и под свои нужды. Это тоже достаточно важно. PH делается от 8.0 до 11.4, то есть это PH. Но не это главное. То есть, во-первых, вы получаете щелочную, кислотную и серебряную воду. По-народному она называется живая мертвая, или как она называлась, когда продавалась в Советском Союзе в аптеках и была официальным разрешенным медицинским средством, она называлась каталитоаналит. Так вот, ее можно сделать от PH 8.0, потом 8.2, 8.4 до 11.4. Да? И, но главное, что дает вот антиоксидантные свойства, что восстанавливает наш иммунитет, нашу иммунную систему, что помогает нам бороться практически со всеми заболеваниями, хотя прибор, и вот это важный момент, не является прибором медицинской тематики, никакого оздоравливающего и тем более лечебного эффекта не оказывает. Но вода, которая получается в приборе, является сильным оздоравливающим средством, и она обладает минусовым зарядом. То есть вода может быть как окислитель, так и восстановитель. Вот еще живая вода почему называется? Потому что она оживляет организм. Овощи, она вытягивает из овощей вот всю эту химию, которую обрабатывают и на которой выращивают, также из мяса. Поливайте ей цветы, и цветы будут расти гораздо больше. Рассаду в ней сажайте, вы снимете в два раза больше урожай. В советское время это все использовалось, и сегодня мы уже ведем вот разработки совместно с разными институтами, где поят телят щелочной водой, где выращивают на ней курятину, где, а вы знаете, что сегодня курица растет 40 дней, да, вот та химия, в которую ее пичкают, вот никогда ж не видели таких красивых куриц. Помните ножки Буша, первое, что нам давали? На самом деле в ногах собираются все канцерогены, анаболические стероиды, то, чем сегодня курицу закалывают. Помимо того, что ее кормят этим всем, чтобы она была такая красивая, ее еще шпринцуют, раздувают, то есть такими специальными растворами, не говоря уже о том, как рыба растет. Но это все вещи, от которых никак нельзя убежать, это современный мир. Поэтому остается только пить чистую, полезную, вкусную воду, которая помогает восстановить утраченное здоровье, помогает нормализовать сахар в крови, помогает нормализовать желудочно-кишечный тракт, помогает избавиться от геморроя, от аллергии, от отложений солей, от остеопороза, от псориаза, и там целый ряд, порядка 100 различных заболеваний. Почему? Потому что названий у болезни очень много, а причина практически всех болезней одна – это общее закисление организма. Кто-то скажет, почему это не использует официальная медицина, но мы бы пытались это сделать, и, например, в Японии это официально разрешенная медицинское средство, которое во всех школах установлено, во всех садах, и есть даже клиники, и в Германии есть такие клиники, где лечат только щелочной, кислотной и серебряной водой. Ну что, давайте мы сейчас после небольшого перерыва будем принимать и ваши телефонные звонки и слышать далее о чудесных свойствах очистителя-ионизатора воды Aqualife. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». С нами в студии официальный представитель завода-изготовителя очистителя ионизатора воды «Аквалайф» Андрей Петрович. Андрей Михайлович, ну давайте продолжать. Да, ну продолжаем то, что выпускаем мы порядка 10 разных приборов, да, под разными брендами. «Аквалайф» – это тот бренд, который и тот прибор, который мы делали специально для России, для хлорированной воды, ему 2 года. Год мы его отрабатывали на Прибалтике, да, то есть и вот в течение уже второй год, как мы работаем в России. То есть качество воды для вашего прибора не страшно, потому что она бывает разная, даже в Подмосковье бывает такая объясню, вода, что... Ситуация. В данном случае вы понимаете, что на самом деле качество плохой воды – это по большому счету огромный миф. Вот сейчас, да? Почему? Ну, потому что сегодня вода бутилированная в магазинах стоит дороже, чем бензин. Это тоже никто просто не считал, но если переводить на литр, это так. И в данном случае и фильтры для воды людям пытаются всучить, но, конечно же, мы ориентированы под воду, которая соответствует ГОСТу. То есть это вода, которая соответствует ГОСТу, которая хлорирована, и эту воду прибор доочистит. То есть он не является очистителем грязной воды. Если воду залить из лужи, разумеется, он с ней не справится. Но если залить воду из-под крана даже плохого качества, то вода будет очищена. И все вредные вещества, и даже те, которые не очищают ни одни фильтры, причем даже система обратный осмос, да, который, с одной стороны, полезный, как некоторые говорят, но дистиллированная вода еще никому не принесла пользу, да, а с другой стороны, они вредят, и на что есть очень много исследований. Так вот, в данном случае вода получается не только чистой, все вредные вещества, радиоактивные, там, все радиация, все, что там есть, оно уходит в гидроксил, потому что там постоянно электрический ток, очень
очень сильное поле, вот оно это все убивает. И получается, что вода разделяется в процессе электролиза на живую или по-научному щелочную и кислотную. Живая вода – это вода, которая очищает наш организм на клеточном уровне. Она обладает свободными электронами, то есть энергией. Она дает нам дополнительную энергию, а значит жизнь. То есть, проще говоря, вот как мне объяснял и профессор, да, и первое мое знакомство с водой было такое, что мы есть ионизаторы воды с вами. То есть вот любая жидкость, которая к нам попадает, наш организм ее ионизирует, тратя на это микро- и макроэлементы. Вот поэтому люди, которые пьют кислотную воду, как правило, или дистиллированную воду, они больны остеопорозом, сахарным диабетом, у них проблемы с костями, с зубами, да, потому что кальций это тратится на то, чтобы делать этот в организме именно этот электролиз и из кислотной воды превратить ее в щелочную. Поэтому щелочная вода, которая близка ко внутренним жидкостям нашего организма, у нас кровь состоит практически на 90%, точнее 86%, мозг почти на 90% из воды, да, глазное дно на 96-98%, сейчас точные цифры вам не приведу, но мы с вами при рождении состоим на 90% из воды, и материнское молоко, если кому-то повезло, да, его употреблять, это первая щелочная жидкость, которую мы пьем с вами. Поэтому, употребляя щелочную воду, мы очищаем организм от шлаков и токсинов, от той грязи, которая скапливалась долгие десятилетия, нормализуем работу желудочно-кишечного тракта, работу всех внутренних органов и, соответственно, повышаем свой иммунитет, потому что эта вода, она повышает иммунитет, а уже иммунитет справляется со всеми заболеваниями, ну, быстро, просто, и даже в течение первого месяца существенные результаты люди видят. И существенные результаты. Если можно, вот принять звонки, если кто-то нас слышит. Да, давайте сейчас 8 800 200 ровно 9702, выслушаем ваши комментарии, мнения, ну, или вопросы, пожалуйста, все это можете адресовать нашему сегодняшнему гостю, официальному представителю завода-изготовителя, очистителя, ионизатора воды «Аквалайф» Андрею Петровичу. Телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp можете присылать вопросы, если вы звоните из других городов или даже стран. Пожалуйста, 8 967 200 ровно 9702. Ну, звонки чуть позже. А пока давайте мы все-таки объясним нашим радиослушателям еще один, мне кажется, очень важный момент. Сколько может храниться вода? Потому что прибор достаточно большой. Вот я это убедилась. На 3 литра. Он рассчитан на суточную норму для одного человека. А сутки как раз... Ну, я считаю так. Максимально, ну, вот я, например, сам 1,90 м, да, значит, я вешу там 97 килограмм. Соответственно, мне нужно выпивать практически 3 литра. Да, то есть там 2,7 щелочной получается и 300 миллиграмм кислотной. Эти нормы придуманы не нами, это рекомендует и Всемирная организация здравоохранения. И раньше, когда Минздрав был, Минздравом и заботился о нашем здоровье, да, когда было развито, помните, курортно-санаторное лечение. Конечно. А если обратиться к классической русской литературе, то раньше было еще отправление на воды. Так вот, у вас дома будет именно как раз-таки источник здоровья, источник воды, она не хуже минеральной, да, воды, а лучше гораздо, потому что минеральная вода работает почему на источнике только? Потому что на источнике она имеет вот этот редокс-потенциал. Угу. И здесь мы приходим к тому, сколько вода действует. Она живет, как и все живое, недолго. Всего 48 часов. 48 часов живет вода живая, которая сохраняет свой минусовой заряд, редокс-потенциал, свои антиоксидантные свойства до 48 часов. Мертвая вода, то есть кислотная, сохраняется до 2 недель. Ну, а теперь звонок, как мы и обещали. Алла Константиновна, добрый день, здравствуйте. 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 Слушаем вас. Я по поводу «Аквалайфа». Пожалуйста. Вот я «Аквалайфом» пользуюсь уже с июня того года. Да. И, в общем-то, очень им довольна. Результаты у меня такие. Например, у меня был фурункул на руке, не проходил долго. И вот после того, как я приобрела этот «Аквалайф», я решила попробовать то, что там вот в рецептах записано. Сначала кислотной водичкой делала примочки, потом щелочной водой. И у меня, в общем-то, теперь вообще чистенькая кожа. То есть даже и нет следов от этого. Потом еще хочу сказать, вот, например, у меня зубная боль была. Я пополоскала сначала кислотной водичкой, потом щелочной водичкой, так как там написано. То же самое, буквально куда-то на второй день все прошло. Ну, вот вы... Спасибо. Спасибо огромное за отзыв. В данном случае я скажу от себя, да, что есть сборник рецептов от доктора-доцента Пятерса Шибильскиса, который и разрабатывал наш прибор, и проводил исследования в Советском Союзе. И как раз-таки там есть рецепты практически от всего. От варикозного расширения вен, от астмы, от гепатита, от болезни печени, желчного пузыря, от камня, от песочка, да, в почках, от холецистита, от сибарии лица, от... Ну, вот нет такого заболевания, от которого...
которого бы вода не помогала. Почему? Ну, нужно здесь понимать, что мы с вами водные растворы. Вы понимаете, что медицина на сегодняшний день как? Я говорил, курортно-санаторное лечение, правильно? Да. Это комплексный подход. А сегодня что делают? Разделяют нас на зоны ответственности. Этот отвечает за руки, этот за ноги, этот за печень, этот глаза, этот, извиняюсь, за попу. И получается что? Что за полностью за человека никто не отвечает. И вот такой замкнутый круг, беготни к врачам, а в то же время ни в одной стране мира я не видел столько аптек, сколько в России. Вот это факт, да? Поэтому в данном случае, я бы рекомендовал всем вам, доверяй, но проверяй. Вот по этому принципу руководствоваться. За лекарства или за какие-то БАДы вам денег никто не вернет, да, даже в течение одного дня. А у нас в течение 3 месяцев вы можете взять прибор на тестовый период, попробовать и решить, помогает это вам или нет. Но это действительно помогает всем, потому что все мы живые люди, которые состоим из воды. Поэтому запишите номер, возьмите ручку, запишите, позвоните, проконсультируйтесь и закажите его с доставкой бесплатной на дом. И сегодня сделаем бесплатную доставку по всей России. Телефон для заказов и справок 8-495-248-0808. Так, стоимость прибора 29 тысяч рублей. Да, вот если смотреть. Сегодня мы продаем его по оптовой цене в розницу, по скидкам, всего за 21 тысячу рублей. Плюс комплект подарков. Это и книга, в которой написано все от «А до Я» про живую воду. Вторая книга – это таблица процедур. Книга очень толстая, там о каждом заболевании посвящена целая глава. Там написано все просто. Я вам тоже очень советую ее почитать. Да, да, обязательно. Значит, следующее – это Иван-чай. Годовой запас целебного русского напитка. Ароматный. Иван-чай. То есть вы попробуйте ее. Там и двойной витамин С. То есть это и двойной удар по простатиту. Это все микро- и макроэлементы. И вот Иван-чай можно заваривать как раз-таки в нашей щелочной воде. Не в кипятке. Любые травы можно заваривать в щелочной воде. Также еще в подарок идет pH-тестер, для того, чтобы вы могли определить качество вашей воды питьевой из-под крана. И, например, водочку тоже померили, узнаете, что это кислота. Кока-фанту померьте, узнаете, что это кислота, спрятанная за сахаром. А также вы будете знать, что вы пьете. Вот кислотная чем отличается от щелочной. Поэтому запишите номер, позвоните, и наш торговый представитель приедет, все вам расскажет и покажет. Прибором несложно пользоваться, каких-то расходных материалов там не нужно, потому в подарок сегодня еще дадим дополнительный комплект мембран. Мембраны – это единственное, что надо менять. Их-то в комплекте где-то минимум на 2 года, а сегодня мы дадим их в комплекте на 5 лет, на весь срок гарантии. Плюс 2 новых мембраны российских, которые вообще порвать невозможно, потому что остальные мембраны делаются из эко-бумаги во Франции. Да, то есть. Но телефончик для заказов 8-495-248-0808. Запишите этот номер. 8-495-248-0808. Или приезжайте лично на Большая Семеновская, 49А. Это 2 минуты ходьбы от метро Семеновская. Там мы и бесплатно водичку вам нальем, и вашу водичку можем проверить, и дадим всю литературу, которую нужно изучить, прежде чем принимать какое-то решение. Вот, Андрей, нас спрашивают, можно ли приобрести прибор в Израиле, и если да, то каким образом? Шалом, манишма, вот все, что знаю на иврите. Но не, еще знаю мозган, но это кондиционер. Это для наших слушателей в Израиле специально. Конечно, можно, и в Израиле это как раз-таки нужно, когда такая услышливая пора. То есть все, что вам нужно сделать, зайти на наш сайт aqualife.club и сделать электронной форме заказа. И мы доставим вам его в Израиль, в любую точку мира. То есть он будет у вас уже в течение нескольких недель. Но давайте мы поступим следующим образом. Сейчас еще один буквально вот небольшой перерыв, 4 минуты. Вы узнаете о том, что происходит в стране и в мире. И, пожалуйста, у меня огромная просьба. Если в течение нашего разговора у вас возникают какие-то вопросы, комментарии, или если вы уже пользуетесь прибором Aqualife, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Для ваших телефонных звонков наш эфир всегда открыт. И если это будут и хвалебные слова, и если вы сомневаетесь в качестве прибора, пожалуйста, можете позвонить. И Андрей Михайлович, на ваш вопрос ответит. Вы знаете, что в данном случае вот лучше взять и попробовать, потому что не понравится вам, вернете деньги назад. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». С нами в студии официальный представитель завода-изготовителя очистителя ионизатора воды «Аквалайф» Андрей Петрович. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, Андрей Михайлович, вы знаете, я вот хотела бы сразу, поскольку вы подарили мне приборы, я могу о нем сказать. Меня заинтересовало следующее. Насколько отличается вкус воды? То есть, если с живой щелочной водой все понятно, я была удивлена, насколько вот кислотная вода, я ее лизнула. Да. Ну, было интересно. Насколько она отличается по вкусу? Ну,
Скажу вам сразу, что бояться не надо кислотной воды. Почему она называется мертвая? Это не значит дохлая. Да. Не, она называется мертвая, потому что это и зеленка, йод и перекись водорода в одном лице, только бесцветная и не токсичная. Ее можно употреблять внутрь. Угу. В каких случаях? Отравление, первый случай, да, то есть, ну, например, так же, как вот отравление, вы сразу же почувствуете, через 10 минут это пройдет, да, у вас там. Второе, это повышенное давление, вот скакануло у вас давление, да, раз выпили, вы уже все нормально. Третье, это когда вы не можете заснуть. Ну, вот перенервничали, выпили кислотной воды и можете спокойно спать. А также по тем рецептам, что говорится. Например, зубной камень. Многие же мучаются. Вот я поспорил с своим врачом, когда только начал этим заниматься, чтобы не снимать зубной камень. Я месяц полоскал рот мертвой водой, у меня нет зубного камня больше. Нету, это каждый может на себе проверить, он даже шипит так во рту, да, так чуть-чуть пошипывает, потому что мертвая вода имеет pH 3. Это такой же практически pH, как уксуса. Но только, еще раз говорю, такой же pH, чтобы вы знали, у Кока-Колы. Да? И поэтому, если сегодня указывали pH на каждом напитке, который продается, и те, как нам под видом сока, продают жидкости, сокосодержащиеся, вот ради, ну, любой человек, ну задумайтесь, люди, ну может ли стоить натуральный сок литр 100 рублей? Ну не может. Но нам так навязали в голову, в сознание это все вгрузили, что мы теперь думаем, что сок натуральный стоит 100 рублей и воспринимаем это как сок. Это одно название. Так же, как сегодня пиво, это только тоже одно название. Так же, как сегодня колбаса, это тоже только название. И вот все это, единственное, что только не название, это заболевание, от которого мы болеем, вот употребляя все это. Поэтому я такой человек, который привык жить на 100%, да, и ни в чем себе не отказывать. То есть, ну, я стараюсь, ем все, что можно скушать, и стараюсь делать все, что можно делать, как любой русский человек, пока гром не грянет, я не крещусь. Поэтому я пью живую воду для того, чтобы как можно дольше делать все, и мне за это ничего не было. Вот это мой принцип. Ну, а давайте послушаем мнение аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Галина, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Ну, это не Галина. Это, наверное, все-таки имя у вас другое. Меня зовут Борис. Очень приятно, Борис. Да, Борис, здравствуйте. Дело в том, что я живой водой пользуюсь уже на лет 20. Я просто сделал сам прибор, когда появилось его описание в... Рационализатор и техник, кажется, так же он назывался. Ну, по-другому немножко. Ну, как, неважно, это не играет роли. Вот, я хочу вам сказать, что волшебного там в этом приборе ничего нет. Нужно иметь терпение и волю. Потому что мы, к сожалению, все зашлакованы совершенно по-разному. И очищение идет у всех по-разному. Вот поэтому эффективность этого прибора для всех людей абсолютно разная. Но со временем постепенно очищается организм. И поэтому я купил этот прибор, потому что сомневался в качестве материала электродов, которые и производят мертвую и живую воду. То есть я сам сделал из нержавейки. Но качество этой нержавейки я действительно не знал. Поэтому я решил купить эту воду. Вот сейчас я ее пользуюсь. Ну, не все у меня получается, то, что написано в наставлениях по борьбе с болезнями. Но кое-что я приобрел полезное. Это я могу вам сказать. А что именно, Борис? Дело в том, что сон стал лучше. Не изменилось настроение, я имею в виду энергетика организма. Я принимаю воду перед едой где-то за минут 30-40, и у меня очень нормально работает желудок. Я перестал мучиться от изжоги. Но я могу очень много рассказывать, потому что у меня опыт очень большой. Давайте, знаете, как сделаем? Мы вас на семинар к нам пригласим, потому что время нашей программы ограничено. Да. И, кстати, если вы хотите попасть на наш семинар, также записывайтесь по телефону 8-495-248-0808. 8-495-248-0808. Человек правильно сделал, да, потому что мертвую воду вот с таким домашним прибором, мы таких много видели и делали. Угу. Конечно, если выбирать между обычной водой и такой, лучше пить такую, но мертвую ни в коем случае пить нельзя, потому что мертвый электрод начинает растворяться, если это не металлоплатиновая группа.
группы. Ну, а он, может быть, даже качественный, это обычный металл, он все равно начинает растворяться. А у нас в приборе этот прибор проработает без растворения и дает воду качественную, безопасную и полезную живую мертвую кислотную. Но от себя скажу так, что в данном случае здесь важный момент пить 30 мг на килограмм веса, чтобы был быстрый результат. Люди, у которых проблемы с сахаром в крови, сахар снижается уже в течение первого месяца, начинает снижаться, и в дальнейшем это процесс нормализуется. Также люди, у которых есть псориаз, а это заболевание практически неизлечимое, простатит. Мы провели последнее исследование, и, знаете, была лаборатория у нас в Риге, она находится, где есть оборудование, которое снимает, как ведет себя раковая клетка при воздействии на нее щелочной воды. И вот у нас даже есть в видеоматериалах, что мы брали раковую клетку меланомы, и меланома погибала при том, что вода была 9,4. Да, при 11,4 такую воду тоже можно сделать, умирают и здоровые клетки. Угу. Также, но эта вода 11,4 уже считается лекарством. Ее употребляют люди, у которых проблемы онкологического характера. Гарантии здесь 100%, конечно, никто не может дать, но все-таки 98% это огромная гарантия, считаю. Плюс, вот задумайте сами, все-таки возврат денег в течение 3 месяцев, это уже что-то говорит о том, что качество нашей продукции на самом высоком уровне. И я бы вам всем рекомендовал попробовать, потому что тяжело, устали от обмана все. Это понятно, и обманывали много раз, и кажется, ай, как дорого. Но давайте 21 тысячу рублей разделим сначала на 5 лет, потом на 12 месяцев, потом на 30 дней, потому что живую воду мы пьем каждый день с вами. И получится, что стоимость чистой, полезной, в неограниченном объеме, вкусной воды живой, воды мертвой, воды серебряной, получается чуть более 12 рублей в день. Вот стоит ли наше здоровье 12 рублей в день? К тому же сегодня скидки 21 тысяча вместо 29, плюс килограмм – это годовой запас целебного русского напитка «Иван-чай». Плюс именно это pH-тестер, это дополнительный комплект мембран, то есть на 5 лет, которого вам хватит, и две новых мембраны, которые вообще порвать невозможно, они вечные. То есть, ну, если у человека что-то не получается, руки трясутся или рвется. Также вот, например, знаете, закисление мозга – это болезнь Паркинсона, болезни суставов, болезни глаз, болезни рук, болезни всех внутренних органов, желудок, геморрой – такое заболевание. Угу. Тоже это вам поможет. И здесь не надо долго ждать. Вы почувствуете результат уже через несколько дней. Уже через несколько дней наступит улучшение. Все, что нужно делать, это пить воду, потому что на сегодняшний день мы разучились пить воду. И заменяем ее такими жидкостями, которые никакой пользы для нашего организма не оказывают. Но я уверена, что среди наших радиослушателей есть те, кто скажет, а зачем мне это? Я абсолютно здоровый человек, молодой, смотрите, здоровый. Смотрите, здоровый человек, он здоровый до поры до времени. Да? Как говорят китайцы, лучше начать лечение за 5 лет для болезни, чем 5 дней после. Это первое. Второе, спортсмены. У нас очень много покупателей спортсменов. Почему? Потому что я сам тренируюсь и сам был в сборной, и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике в молодости. Молочная кислота уходит гораздо быстрее, она ее вымывает. То же самое восстановление организма в 2 раза быстрее. Вы будете высыпаться, вы будете чувствовать. А к тому же сезон начинается сейчас, летний, когда надо растить рассаду, овощи и фрукты. И вы посмотрите, что на огороде вашем это незаменимый друг и помощник вашей теплицы. Я назову еще раз телефон для заказов. 8-495-248-0808. Запишите, позвоните, проконсультируйтесь и будьте здоровы. 8-495-248-0808. Ну, а у нас звонок в эфире. Станислав, здравствуйте. А, добрый день. Вот, я вот, в общем, прибор купил где-то год назад, вот тоже, в общем, в апреле месяце, вот, еще в том году. Вот. И так вот, ну, пользуюсь, конечно, нерегулярно. Вот, в общем, вот виной лень, потому что я неделю работаю, неделю отдыхаю. Но вот, когда вот неделю отдыхаю, где-то раз в 2, может, у меня так еще уж бывает терпение уж попить. Но вот, как бы сказать, в общем, могу сказать, что вот за это время вот уже было воспаление желчного пузыря частенько, так не знаю, с чего так, вот, уже возраст 53 года, сейчас вообще проблемы нет, вот. Метеозависимость практически сошла на нет, вот и давление, как бы сказать, в общем, как бы, он не прыгает так вот сейчас весна, как бы сказать, не чувствую вообще уже, в общем, проблем с давлением. Ну, то есть, прибор работает, в общем, это вода хорошая, конечно, вот, это все так, вот. Спасибо вам огромное за отзыв. Ну, я хочу вам сказать, что очень сложно, наверное, за 25 минут прямого эфира донести до людей то, что, наверное, до многих и за несколько лет донести невозможно. Но здесь единственное, что я бы посоветовал вам, все-таки не проходить мимо, а воспользоваться этим предложением, попробовать, просто попробовать, взять на тестовый период прибор и решить для себя, так ли это, не так. Но поверьте, что это так, и в вас откроется второе дыхание, потому что, как сказал однажды Козьма Прутков, многие
многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. Вводите в круг ваших понятий живую, мертвую серебряную воду, потому что серебряная вода – это природный биотик. Вот люди с аллергиями, я сам был аллергик, да, а от аллергии я избавился за 2 месяца. Я теперь могу к любой девушке зайти, и если даже у нее кот живет дома, а так без нистатина зайти не мог. Плюс это усиливает действие лекарств. То есть те люди, которые употребляют лекарства, и они необходимы для того, чтобы жить, а по-другому никто лекарств не употребляет, они забудут и о боли, и гораздо снизят сначала, а потом и избавятся от этих заболеваний. Всему время свое, а сейчас время возрождения. Поэтому возрождайтесь вместе с нами, наша компания вам поможет. Запишите номер и звоните. 8-495-248-0808. 8-495-248-0808. Или Большая Семеновская, 49А. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольск».